Всем привет, дорогие друзья! Это снова Комен-шоу, новый выпуск «Мировой футбол». Да что там мировой, российский футбол выходит на финишную прямую, и нас ждет самое интересное. И именно по такому яркому поводу мы здесь все вчетвером. Наша классическая четверка и специальные луки. Смотри, значит, ты Морфеус. Нобель. Не, вот Нобель нам на сутенер действительно похож. Тут ничего не сделаешь. Нормянского. Да, мы скорее с тобой из жмурок. Или из бригады. Ну, там примерно одно и то же, да. Только там вопрос в интонации. Кость, ты очень круто череп побрит сегодня прям. Да. Нобель, мы рады тебя видеть. Да, но... После стольких лет одиночества. Скажи, пожалуйста, где ты был в последнее время? Мы вообще забыли, как ты выглядишь. Вообще, как там, судя по всему... Ты вырос. Ты был не в России, не в Армении. Как загнивающий капиталист? Я был в Армении. Ездил по горам. Я даже поднимался на Арарат. Искал путь. Но это уже Турция, правда, но тем не менее, да. Ну, расскажи, что, мы тебя давно... Вот реально, мы тут вообще, не покладая языка других частей тела, работаем, пишем... Нет, других покладая, как раз, да. Контент, делаем контент. Кость, на нашем увлекательнейшем, лучшем YouTube-канале. Ты видел с Глушаковым в Армении? Видел. Из Армении, что скажешь? Меня не впечатлил. Почему? Ну, потому что я очень хорошо знаю Дэна, очень хорошо знаю тебя, и... И что? Мне очень понравился твой рецепт напитка. Так это не мой, это его был. Ты воспользовался им? Я его пил. До молодец. Этого. А. Да. Подожди, но в целом выпуск так. Судя по тому, что ты взял интервью у Глушакова, следующий кто? Биллингем? Ну, конечно. Да? Следующий. Нет, следующий наш общий друг с Романом. Асхабадзе? Есть такой человек. Нет. Не один. Карпин? А, Карпин. Нет. И снова я видел, ты Рыскин. И снова мимо. Ну, кто следующий гость? Российский? Ну, в какой-то степени международный. В какой-то степени. Эстонский? Нет. Ну, давай, кто? Ну, дождешься, увидишь. Стопогов? Нет, нет. Ну, что мы тут... Ну, хорошо, Тимур Лепсатя устроит когда-нибудь? Что это за реакция? Нет, ну, что, Тимур это неплохо, да. Неплохо. Это будет интересно. Будет интересно. Да, не, ну, прикольно. Нет, трансферы, которые делает Тимур, или как консультант, да, как консалтинг, это прикольно. Караскаль. А какие трансферы он сделал? Ну, Караскаль, Бителла. Я хочу посмотреть на Нобеля другими глазами. Не надо. Можете? Не надо. Да, снимай, конечно, брат. Так, ну, ребят. А что по футболу? Что по футболу? Футбол, Лига чемпионов, ребят, идет. Идет. Ну и какая ведь? Я был... 2-2. Где ты был? В Гюмри на полуфинале Кубка Армении. Кто играл? Ширак и Урарту. Как? Откуда я знаю? В смысле? Ширак, Жак? Нет. Один против Урарту. Нет, я еще внимательно смотрел матчи Мирончука и радуюсь его успехам всем, потому что я считаю, с ним списывался, потому что я считаю, что это вообще грандиозно то, что творит Аталанта в этом сезоне. Когда он к нам придет? Ну, когда будет в Москве. Когда выиграет Лигу Европы? Ну, смотри, у него впереди один финал Кубка 15 мая. Да, Италия. Роман, наверное. Сивенсон. Уже, наверное, даже подобрал себе отель в Риме. Нет. А, нет? Владимир Сергеевич отправляется. Не тандемом поедете? Не тандемом. Да, этот... Горбачев? Как ты вспомнил? Ты хорошо подбираешь варианты. Ты даже похож на это, когда лото идет, ты попадаешь в шарики. Нет. Владимир Сергеевич, руководитель НТВ+. Помнишь, который распределял? Все, комментатор, да, я помню. Просто не уходя от футбольной темы, Глушаков в Армении. Вот из той подборки, что у тебя была в выпуске, ну, можешь снимать. Сейчас мы, да. Армянский футбол только надо обсуждать открытыми глазами. О, какой мир же яркий, оказывается. Да, а говорить про личную жизнь. Очки. Сколько он там забил, сколько отдал голевых? Глушаков? Да. По-моему, ни одного гола точно, по-моему, не было. Ну, он не торопится жить, да? А он, по-моему, даже не все матчи играет полностью. Да, это правда. Это его расстраивает, как я понимаю. Ну, Дмитрий Иванович разбирается, Гунько. А он там роль добавился? Ничего себе. Да. Все там. А кто выиграл-то, Урарту или Ширак? Полуфинал выиграл Урарту, в финале сыграют они с командой Арарат Армения. Надо ехать. Давайте поздравим Романа. Роман приобрел новые 4 колеса. О, Роман, спасибо. У Романа новая машина. Мы с вами должны выбрать день, чтобы можно было это отметить. Ты отметил понедельник. Да ладно, меня вчера весь наш коллектив убеждал, что машину обязательно надо. А какую ты машину купил? Ни в коем случае. Ну а какую машину купит человек в такой одежде? Черную? Подожди, никого не слушай. Не надо обмывать машину. Машину не обмывают. Напишите в комментариях, обмывают машину или нет. Подарки, 3000. Всем раздаем. Здравствуйте. Так, это вам, пожалуйста. Спасибо. Проходим дальше, 3000. Здравствуйте. Так, пожалуйста. Дальше. Guten Tag. Гутен. Мне нужен Фрибеттен 3
3000 российских денег. Я? Для нового пользователя Winline. Как новый пользователь. Джорман. Чтобы было интересно. Бундеслига. Хотите поднять интерес к просмотру Бундеслиги? Бундеслига. Подожди-ка. Да. Бундеслига? Бундеслига. Реал Бавария. Реал Бавария. Матчище был или нет? Ты можешь мне объяснить? Я вот смотрел внимательно студию после матча с Губерниевым. И там говорили, что Ким совершил дичайшую ошибку. Да. Вот мне, я согласен с этим, но мне кажется... Я не считаю, что это дичайшая ошибка. Но мне кажется, что феноменально сыграл Кросс и Винисиус. Потому что как это было сделано с их стороны, космический уровень. Угу. Вот ты больше ошибка Кима или феноменальная? Я считаю, что Ким все делал правильно. Правильно делал? Да, абсолютно. А, да ладно. Да. Ну, выходит нападающий, ты под него защитник центральный выдвигаешься. Я не знаю, может, эксперты считают чуть иначе. Там все считали, что... Вообще, загнал. Да, нет, просто в такой ситуации должны сужать крайний защитник и второй центральный. А, поэтому Ким орал на Кимиха, по-моему. Кимих должен был сужать. Это же опаснее передать через центр, чем пойдет передача на фланг. Да. Но пойдет она на фланг, оттуда еще не забьют. А через центр тебе сразу забьют. Поэтому я не считаю, что это ошибка Кима. Просто его действительно Винисиус переиграл. И, на мой взгляд, второй, кто допустил ошибку, это Нойер. Потому что он пошел, остановился и пошел снова. То есть он сам себя отрезал, он практически... Если бы он сразу пошел, он бы сблизился с Винисиусом, шансов было бы больше. То есть ты бы Кима в команду Матч ТВ взял? За пенальти, привезенные в концовке, нет, вряд ли. Ну, там Родриго хорошо полез. Мы выходим в пятницу, и через неделю мы только поймем, кто пройдет дальше. Да, я понимаю. Ну, вот вы что думаете? Кто? Блин, хрен знает. Но Реал не потопляем. Я думаю, что вот даже вчера, мне кажется, что Бавария провела очень сильный матч для себя, да, потому что у нее было много таких дурных игр, а вчера Бавария прям была, ну, чуть ли не лучший образец самой себя. И все равно Реал уходит с результатом 2-2. Какой-то читерский. Они ничего не делают просто, и побеждают. Абсолютно. Просто по логике, вот по сценарию европейского футбола, все дела, финал Реал ПСЖ, да, там Мбаппе, который... А что, немецкий финал? А будет Бавария, Боруссия, опять в Лондон. Да. И Кейн, пенальти на Уэмбли. Вот что-то такое должно быть. Нет, но я думаю, что единственная альтернатива финалу Реал ПСЖ это вот Бавария-ПСЖ. То есть я вообще Боруссию не верю. Бавария-ПСЖ был недавно в пандемийный период. Я в курсе. Ну а что, куда? Уже такой финал был. Зачем? Ну, будет. А что, еще нельзя повторять? Да, нельзя повторять. Реал Атлетико играли два раза за несколько лет. За 3 года, да. Мне кажется, Бавария пройдет. Бавария? Да. Ты едешь на финал? Думаю. Вот железобетон? Не факт, нет. У меня визы нет. Ну, ты же сделаешь, успеешь. У тебя же... Визы льготный, не успею сделать. Льготный коридор. Ребят, нет. Ну сейчас нет. Не об этом. Льготный давай коридор. Все-таки, давай льготный коридор откроем для нашего гостя, потому что он уже сидит, ждет, а мы все болтаем. А есть о чем поговорить с ним. Безусловно. Потому что он главный, извините за выражение, хедлайнер последних дней. И мы все с вами удивились раз, потом удивились два. И, собственно, удивляемся три, потому что он пришел к нам. Он начал тренировать, когда еще некоторые из нас даже не научились говорить. Угу. Поэтому... Ну, кто, по-твоему, из нас? Нобель. Даже мы с Нобелем. Нам было по 5 лет, когда он начал тренировать. А как вы считаете, справедливо ли сравнение с Анчелотти нашего гостя? Абсолютно. Даже внешнее сходство есть определенное. Да. И наш сегодняшний внешний вид как раз подталкивает, безусловно, к нашему гостю, которого вы привыкли многие, может быть, так видеть у кромки поля. У нас сегодня в гостях Сергей Ташуев! Только у меня одна просьба. Разговор будет жарким. А в этих плащах супер жарко. Давайте переоденемся. Тем более так должен выглядеть только он. Конечно, правильно? Он же появляется у нас. Все. И Морфеус. Встречаем. Здравствуйте. Праздник. Здравствуйте. 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 Первое мая, день рождения. Здравствуйте, пожалуйста. И мы трудимся. Ну да. Мир труд мой. У нас сразу есть для вас вопрос, как к опытному человеку, который точно знает ответ. Покупку машины обмывают? Просто важно спорить. Когда оформляют в ГАИ. А прям в ГАИ надо было? Сначала оформить машину надо. Да. То есть она уже твоя. Да. Права, сюда, все там, паспорт, машина, тогда все, конечно, надо. Еще знаете, как то, что я... А бутылку мере... разбивают о борт? Когда садишься в машину, но первый раз надо деньги оставить.
Кому? Где, в машине, в бардачке? Да. Тебе, я сяду сейчас, я в машину. Полицейским, который ее оформляли. Не, я тебе, я тебе. Это как поздравить. А можно хорошие номера? Я так и сделал, 2500 Это как поздравить. Нет, если я тебе сяду в машину. Так, ребята, мы пригласили Сергея Бузыча, чтобы поговорить о машинах, да, сейчас? Ну, на нашу тему. Конечно. Нет, тема хорошая для разгона. У меня хорошие номера, 3-2-3 Они что-то означают? А это как ваша любимая схема, да? 2-3-3-2 Да-да-да. Нет, это ничего не означает, я когда приехал в ГАИ. Номера, да любые мне все равно. А гаишник за болельщиком. О, говорит, это вы. Давайте хорошие номера сделаю. Ну, давай. Ну, и сделаю. Ну, они зеркальные. Называются зеркальные. Ну, 3-2-3 хорошие. Да-да-да. Красиво, да? Красиво. Мне тоже нравится. У тебя какие? Что-то случайно. У меня 0-7-9 А, ну, у тебя вообще блатные. Ну, потому что номер 79. А у тебя, Костя? У меня 2-1-6 Ну, это... Тоже схема, по которой мы играем. Тоже, тоже 9. Тоже 9, да? Да, тоже 9. У меня была история с цифрами. В автодоле Владикавказ я работал, и мы играем в Волгаря, Астрахань, лидеры. Ну, и Албегонов, владелец у него, к сожалению, уже нет. Вот, он такой цифры, он вообще мужик уникальный был. Он говорит, так, автобус, 3 семерки на матч Волгарев, чтобы было 3 девятки 2 дня до матча. И все в шоке, все по всему Владикавказу бегают, подняли всех там до... Не знаю, президент республики, наверное, приезжает на матч 3-9 Мы 1-0 выиграли. Серьезно? А потом на следующий матч 3 семерки вернули? А вы вообще верите вот в такие, ну, как бы, ритуалы, приметы? Ну, не так. Ну, у вас есть фартовый? Вот у Лички есть фартовый там розовый свитер. У вас что, фартовый? Ой, иногда думаешь об этом, потом раз что-то не получается, думаешь, а, что-нибудь меняешь сразу. То есть вы не суеверны совсем? Нет, нет, да, не фанатею. Не, ну вот победный матч, например, вы стараетесь повторить в следующий день игры то же самое? Ну, процедура сама к матчу, она как бы постоянная. Угу. Но были моменты, в частности, недавно я для себя понял, что делать, наоборот, надо все не как обычно. Вот каждый матч все по-новому. Угу. И проходил. Угу, то есть все поменяли? Ну, меняю, там нюансики различные. Угу. А, Сергей Павлович, откуда вы к нам приехали сегодня? С Москвы. Вы в Москве живете? Да. Я живу около вас, около Первого канала, буквально 500 метров. А, о, Первого Старкина, да? Жилой комплекс Марфина. Марфина? Да. О, там, здорово, там, это там, где дома? Где вы там паркуетесь? Это там, где дома с разными животными, у меня, да? У меня гараж. У вас гараж? У меня два гаража. Это у вас, я говорю, у жены у меня, да. Там, где дома с разными животными, да? Да, да, у меня этот самый, как его, рабочий такой у меня животное. Ой, блин, кто у нас друг степей? Калмык. Белюмжинов? Пустыня-то. Может, рысь? У меня верблюд там нарисован. Верблюд? Да. А, многие тренеры признаются, как только вот они заканчивают работу в предыдущей команде, моментально следует приглашение из другой. Но часто так бывает. Часто. Потому что еще пока не остыло, вот тренер... Да, нет, у вас за последние дни много было предложений? Ну, звонки были, а намерения. На лето, видимо, да, уже после окончания сезона? Нет, и сейчас тоже. А сейчас тоже? А вот прямо сейчас? Из РПЛ? Нет. РПЛ, но не Россия. РПЛ, но не Россия. Румынская? Ну, я имею в виду Премьер-лига. Я имею в виду Премьер-лига, но не Россия, да. А, ну, Белоруссия, может быть. Нет. Казахстан. Я думаю, да, Азербайджан. Союзные республики. Союзные, да. Да, союзные республики. Но вы сказали, я хочу отдохнуть, прийти в себя. Или что вы сказали? Вернемся к конкретике. Я ничего не говорил. То есть вы вообще молчали? В я не устал. Наоборот. А с чего уставать начало сезона так? Ну, уже май. Начало сезона. Год, начало года. Начало. Вы живете, смотрите, по принципу мы играем весна, очень, да, весна, правильно? Да. А структура весна очень. В декабре полный отпуск. Угу. Большие, огромные сборы и начало сезона. Угу. Устала таблица. Мы не устали еще. Таблица красивая. Хорошая мотивационная речь для футболиста. Как всегда. Я говорю. А была вообще за весна-осень, я так понимаю, да? Система. Когда если можно было бы сейчас изменить. Когда первый раз я работал в Краснодаре у Сергея Николаевича, мы играли в Астрахани, помню хорошо эту пресс-конференцию, меня спросили, вот, переходим на осень, весна. Я говорю, идиотизм полный. И все, ну, генеробил, сейчас, да. Точно, по-моему, если не ошибаюсь, мне так передали. Вот, просто было. Ну, наверняка он был идеологом главным переходом. Да, но я понимал, что это для меня это было неправильно. То есть вы сейчас сторонник, чтобы вернуться к старому формату? Ну, вернуться сложно очень. Да? Уже как бы сторонника быть мы можем... А почему вторую лигу вернули? А почему сложно? Мне кажется, наоборот. Ну, стоп, так, сезон идет полутора, как было тогда. Вот я в Нальчике работал тогда. Угу. Там полтора года играли, играли, что-то наиграли.
Ну, давайте, может, о свежих впечатлениях, потому что ваше последнее на данный момент место работы – это «Факел», в который вы пришли, перестроили игру команды. И последнее, завершающее. Ну, на данный момент, да. Перестроили игру команды абсолютно. Мы прям изначально очень сильно впечатлились, да, потому что мы привыкли к «Факелу», который играет в 5 защитников, часто без мяча, да, вторым номером. Вы перешли на 4 защитников, прессинг, и поначалу все работало очень здорово. Угу. Как вы думаете, почему перестало? Ну, предыстория, когда пришел «Факел», первое же то, что я сказал руководителям, на срочном эффекте, я, ну, как сказать, счастье ли, опыт ли, знания большие, базовые, в принципе, методики своей, которые я давно уже занимаюсь, и там инновационными вещами, будет срочный эффект. То есть я даю мотивацию, даю посыл футболистам на позитивный футбол, на давление на атакующие. Либо человек, когда он чувствует, он сильный, ясно, что посыл, ух ты, драйв, это же как адреналин идет. Так отстоять, только можешь отбиваться, ты можешь владеть, ты можешь быть лучше намного, потенциал поднимается. Ясно, что тренировочный процесс меняется в корне практически. И срочный эффект работает всегда. Это всегда, где бы ни было, сразу прихожу, и вот это моя, не то что ошибка, вот это я уже проанализировал, завышаешь этот уровень планки, что ты, о, наша команда, оказывается, играет, другой футбол может играть. Вот. И потом, когда говоришь, руководитель, ребята, потом будет долгосрочный эффект, мозг устает, высокий уровень интеллекта. Ну, для этого покупать дорогие футболисты, чтобы долгосрочный. Mm-hmm. Вот, вот есть Тони Кроус, он никогда не ошибается. Но у него уровень такой, IQ футбольный. Ну, что тут сделаешь? Он такой, здесь пониже, ясно, что мы же не будем обманывать себя. Надо усиливаться, надо там какие-то еще вещи делать и так далее. Потому что пока дальше я не гарантирую. К сожалению, когда уже накопилась эта усталость, и плюс еще этот момент большой паузы после «Спартака», угу, когда были выборы президента, мы, к сожалению... Но вам не кажется, что, приходя в «Факел», вы должны понимать, что вряд ли команда купит футболистов, если не говорю про кросса, а хотя бы каких-нибудь, потому что там проблемы... Это высокоинтеллектуальный, да, футбол, да. Ну, не то, что высокоинтеллектуальный, здесь есть, как сказать, ценовая политика. Ты можешь взять игрока, может быть, условно, не ясно, что недорогого, и даже бесплатно, но надо искать. Угу. Искать под стиль, по крайней мере. Вот именно под структуру игры. Я не говорю, что клуб не искал. Клуб искал. Нашли у Трайана, хороший парень, защитник центральный. Но вот такую еще группу, к сожалению, никого не смогли. Не, ну вот тот же Акбашев, Моцман, они же скорее как раз под этот футбол могли бы подойти. Но Моцман, мы видели, первые матчи не играл. Акбашев, если выходил на замену. Ну, Никита, проблема была то, что он в сборную часто уезжал. И, угу, вот, а не играл, ну, потому что другие ребята были посильнее на сборах выглядели. Да, здесь какая-то ротация была. Но я бы не сказал, что команда. Здесь есть вот этот момент после «Спартака». Мы 4 очка взяли в первых 2 турах с выезда по аренде на «Спартака». «Спартак» вообще перекусили, по идее. И ребята в этой положительной ситуации, я им говорил, что вы молодцы, вы выполнили идеальную установку. Вот то, что планировалось, они буквально бывают. Такие матчи, они так часто случаются. Но бывает, когда ты планируешь, вот, как суметь переиграть команду. И задача была выиграть матч. И «Спартак», доходя до нашей штрафной, он уже был на спущенных ногах. Угу. То есть этот прессинг был настолько мощный и активный, и давление это было, что им было очень сложно. И ребята это все сделали. Это было вообще их заслугой. Ну, наша работа совместная. Вот. А этот перерыв, он у нас подкосил. А вы правда, что я вы... про перерыв вообще не хочу говорить, потому что это было... Я сразу сказал... На выходе, что будет, я не знаю. Я боюсь, что мы можем упасть вниз. Вы сказали это до перерыва. Вы сказали это, когда вы переподписывали контракт, что вы уже не гарантируете вот такого ощущения, которое было вначале. Человек опытный, я вижу, что моя работа, она не работает в этих условиях. Она не работает вообще априори. И очень сильно я не знал вообще, что это такое. То есть я дозировал нагрузки, как обычно. Приходилось понижать уровень нагрузки, потому что травмоопасное поле, очень травмоопасное. К сожалению, снег не сошел, аномалия, а у клуба выехать на сбор, ну, такая данность. Угу. К сожалению, клуб далеко не самый богатый, я думаю, что самый бедный, ну, в плане финансов. И мы работали в таких условиях, что я не надо никому не упрек, а просто говорю, что будет проблема. А надо ли было в такой ситуации вам переподписывать контракт? Вот вы же понимаете, что есть определенная планка, у вас есть завышенные требования к игрокам. Вы с нами только что сказали, что приходилось понижать нагрузки. Нагрузки понижались не из-за того, что требования к игрокам, а из-за того, что условия работы были жесточайшие. Да, но команда действительно может быть не под ваши требования. И в плане финансирования, и в плане комплектации. И вот вам предлагают
продлить контракт, остаться еще в Воронеже, надо ли это было делать вот именно после «Спартака»? Или все-таки надо было подождать окончания сезона? У меня есть маленький пример по жизни, когда я принял Краснодар, 2 года контракт. Сергей Николаевич приехал в Турцию на контрольные матчи. Пару увидел этот футбол, который он мечтал сам. Это не потому, что не я привил ему этот стиль, он его хотел. Я просто показал. Первый показал ему, как это делается, что это возможно. С этим подбором футболистов. Без незвездных, кто перевел ФНЛ. Он приглашает меня в отель. Садимся, как 5 лет. Мне все нравится, я хочу 5 лет, не 2 года. Переподписываем. Я так сказал, Николаевич, да хоть 10, только 10 нельзя по экзоту. Это не так будет в футболе, что хоть 5 пишите, хоть 4. Завтра, может, я знаю нашу ситуацию тренерскую, российского тем более тренера. Ну, и так и получилось. И то же самое здесь. Ну, когда Гурамович предложил, ну, подпишем. А вы за подписали тогда? Писал 5 лет, да. Был у меня сам большой контракт за всю историю тогда был. А сейчас, вот вы подписали контракт, он был зарегистрирован? Ну, да. Уже был официальный контракт? Ну, да. У меня там как-то соглашение. Вот. Ну, я тоже так же про себя подумал, ну, подпишу. Ну, там было... Не, ну как, это же для тренеров очень оговорено важно. Оговорено было, что да, если у меня будет хорошее предложение, то мы там договорились. А вот это любопытно, потому что вот Костин вопрос. Вот давайте там про... больше стоял вопрос, вот такой, ну, поддержку ребят. Для ребят-то будет мотивация. Борьбы, что да, вот тренер с нами будет все время и так далее. Но, больше, вам не кажется... больше мы занимаемся психологией, если честно, мне так кажется. А вот как раз психология. Вам не кажется, что победа над «Спартаком» и ваше подписание контракта как бы убедили всех абсолютно, что вы все точно... будет хорошо. Что все будет хорошо, и что вы точно остаетесь в премьер-лиге? Мне не кажется, это на самом деле так. Это, к сожалению, сыграло немножко злую шутку в другую сторону. Да, я это сам чувствовал, я и сказал руководителям, что что-то мне стало тяжелее управлять командой. Я это чувствую, я уже опытный человек, я много занимаюсь психологией, я по глазам вижу, что да, реакция уже не та. Реакция на требования и так далее. Даже была тренировка один раз, когда один из футболистов огрызнулся, я так останавливаю тренировку, ребят, я пошел, можете без меня тренироваться? Ну, сейчас раз, не-не-не, все спокойно. И как бы так, ну, я понимал, что что-то вот происходит. А руководство видим... вмешивалось вот в такие ситуации? Ну, потому что с момента после матча «Спартака», где вы забили с пенальти и в свои ворота забил Пруцев, забили один гол при счете 0-4 ЦСКА. Это Чаров там после стандарта. Да, это проблема со сборов шла, и об этом я поднимал постоянно тему с руководителями, с спортивным директором, о том, что у нас огромные проблемы в атаке. Мы очень много... Вот матч в Сочи был на сборах в Турции. Вот уникальная игра оказалась. Перед началом сезона ни одного голевого момента с обеих сторон. Тут идет борьба, идет хороший футбол. В центре поля смотрибельный, как штрафные. Мы там все пресекаем, у нас отлажено зонный прессинг во всех фазах, условно. Вот. И там не очень можно создать. И они не могут ничего создать. И игра такая была, она хорошо смотрелась, она была компактная очень. Но моментов не было. И это было системно на сборах. И я бы это поднимал, что нужно мне что-то из атаки. Не хватает мне качества атаки. Ну, а как это можно изменить? Потому что на самом деле это ведь проблема, нужны которая в этом сезоне характерна даже для «Зенита». Ведь у «Зенита» тоже много матчей, где мяч у них, они вроде доминируют, владеют, но именно внутри штрафной нету какой-то жизни. Ну, «Зенит» заложник того, что все команды с ними понимают, что такое «Зенит», обороняется низким блоком. А у «Зенита» были футболисты исторически, это Халк и Малком, которые в эпизоде могли в одиночку решить. А здесь такого пока нет. То есть есть командное взаимодействие. Значит, где-то нужно в командное взаимодействие вливать, чтобы эти ситуации создавать командой. Ну, что-то видно, пока не получается. Вот эта ситуация, когда вы сказали, вот вам свисток, работайте. Это единичная ситуация или у вас были конфликты с игроками? Нет, это единичная ситуация. Это было просто я уже как бы понимаю, что я как бы понимаю, что нужно желательно, чтобы атмосфера была все время позитивная. Вот. И я это стараюсь делать. Управлять командой. Управление командой – это основной принцип, если брать тему тренера, игроки и руководители. Управление командой – главное у тренера. То есть управление тренировочным процессом, управление коммуникацией, управление с руководителями. Если ты этим обладаешь, то у тебя будет все хорошо. Но у нас есть, смотрите... Я бы еще повторюсь снова. Да. Здесь можно искать глубинные процессы, а на самом деле просто есть ситуация футбола. Мендель и Кимо, 23-х объекта, уходят. Божен. Три ключевых футболиста получают различный уровень повреждений. Все, дальше, к сожалению, явно проседаем. То есть, еще плюс есть Марков еще, да, Апаев был дисквалифицирован. Просто есть футбольные вещи, которые влияют на такую команду, как «Факел», где есть ограничения, потеря 2 игроков. Это ну, не трагедия, конечно, но это глобальная вещь. Поэтому если мы ищем
черную кошку в темной комнате, то это не та история. Но вы знаете, нам вынесли эту черную кошку буквально недавно. Это сделал Федор Кудряшов, да, который рассказал нам, что в «Факеле» при вашем руководстве было четкое разделение на основной состав и не основной состав. Не, не «Факеле», это везде. И, да, во всех командах тренер во время подготовки к матчу моделирует игру. Да, но вот как раз те ребята, которые не играли, ну давайте сейчас произнесем, там, может быть, кто-то не видел это слово инсайдерское из категории, я пережил события, очень люблю, когда кто-то что-то сказал. Нет, он сказал это публично. Не, то он, есть это... не он, не Федя, да, а ему кто-то что-то сказал, угу, потом из этой маленькой, как говорил великий наш вождь Владимир Ильич, из искры возгорится пламя. Вот категорически против слов, когда кто-то что-то сказал кому-то, потом дальше пошла информация, она обрастает их небылицами. Угу. Совершенно верно. Но он же, во-первых, это сказал публично, во-вторых, он был внутри этой истории, да. И он рассказывал о том, что действительно был игровой состав и неигровой состав, и те ребята, которые не попадали в игровой, они не получали ни установки, ни внимания, и это очень сильно расшатывало коллектив. Более того, если идти дальше, это тоже его слова и не публично. Если бы это он сказал в кулуарах, я бы не имел права это воспроизводить, а так как кто рассказал, то рассказал. На прямой вопрос, а если бы не Сергей Ташуев в «Факеле», ты бы закончил с футболом? Он сказал, нет, не закончил. Ну, не могу. Честно говоря, для меня, честно сказали, вещь какую-то, как-то немножко она, ну, как сказать, несоизмеримо с реальностью. Давайте про состав сначала, потом про Федю. Да, про состав. Неделю мы работаем, за два дня до матча. Идет моделирование. Это еще начинал Герман Зонин в свое время в ростовском СКА работал, когда Курбан играл у него, и мне это я сам лично рассказывал. Я перевез такую ситуацию, когда тренер берет команду А, она работает по нашей структуре, мы моделируем нашу игру, а команда Б моделирует соперника. Это нормально, это всегда было во всех командах, не только в «Факеле». Это нормальное явление. И каждый футболист из тех, кто Б, он заходит в А тоже часто очень. Ну, как игра. Мы же должны моделировать игру эту. Один день, одну тренировку. Поэтому а так внимание всем уделяется однозначно. Второй момент. Есть собеседование перед матчем. Я беру группу футболистов 11 человек. Приглашаю перед матчем вечером 20-15. Обычно происходит это. На собеседование в зал, экран, доска, круглый стол. Мы садимся, видео и беседуем, разжевываем. Если 25 сажать, это раньше это делал, размыто рассеянное внимание. Много народу. Те, кто играет, они слушают внимательно. Те, кто не играет, они так сидят, им до одного места. Потом мы сидели с тренерами, эту ситуацию обсуждали. Ну, тренеры говорят мне, может быть, нам так сделать и тех ребят тоже. Хорошо, давайте, не вопрос, молодцы, что подсказали. Мы начали, я отдал тренерам, вот вам аналитика, берите ребят, второй тот, кто не выходит, им дайте информацию. И потом уже в день матча еще игровая установка, где тезисно, специально для тех, кто не играет, еще раз даю вещь. Работа объемная, большая. Мнение Федора, ну, мнение Федора. Пускай Федор ставит на место себя, на место тренера. Поставься на место тренера. Угу. Попробуй, что это такое. Я пришел, когда «Факел», сразу сказал руководителям, нам мы главное сейчас вот не упасть вообще, чтобы нас не отсекли, а быть в куче. Мы как дали рывок, что я сам не ожидал. Это было для всех, ну, 20 очков набрать. Вот. Значит, это не мешало. Как только какие-то пару неудач, вдруг сразу все начинают. Не, ну он зимой принял решение. Та же самая история с Юраном. Просто Федя, например, сказал, что и насколько можно... А вот то, что он не закончил, я не знаю. Сборы сложные, он нормально работал, мы на него рассчитывали. Никаких проблем вообще не было. Когда он сказал, что я устал от футбола, я позвал его, мы сели в лобби в отеле, пообщались, давайте удачи, все, давай увидимся еще в футболе и так далее. То есть, чем проблем к нему никаких, как профессионал, я на него равнял всех, что это, да, это профи, это игрок. Поэтому но смотрите, вот если проанализировать вашу карьеру, тоже как бы слова Феди, которые он публично произнес, то вы никогда не играли практически в три защитника. Практически. И вот последний ваш матч с крыльями, да. Вы выходите неожиданно для всех в три. И, ну, такая мысль возникла, что, возможно, вам эту схему навязали руководители. Не ваше решение, а руководители. Нет, развейте. Абсолютно другая ситуация. Во-первых, не схема работает, а стиль. Угу. Вот немножко другие вещи. Но три матча подряд, учитывая, что у нас не было центральных хоббеков, то есть Ираклий, и все. Тут мы Моспана используем, он не центральный хоббек, он больше атакующий инсайд.
Ну, молодой Богомаева, у него не пошло совсем. Борис Молодович попал в эту ажиотаж, вот этот огонь, скрутился сразу. Ну, молодые, они подвержены были стрессу. Вот. И я понимал, что мы один матч, второй матч, третий матч, мы бьемся в стену. Вот идешь в стену, бьешься в лбом, отходишь обратно. Снова мне туда, отходишь обратно, пора обойти уже ее, то есть надо думать же. Uh-huh. И мы, советуясь с помощниками, решили, я предложил, давайте сделаем. Все-таки, на самом деле, мы-то нацепим среднюю линию, там будет три у нас, то есть ром так называемый, и еще перекроем фланги, учитывая, что мы играем с крыльями, которые хорошо выбегают в контратаке, нам нужен результат. То есть локальный момент давайте используем, но в структуре игры. Я четыре дня пролопатил столько для себя информации. Я просмотрел и Интер, и Челси Конте мне прислали нарезки. Как это все выстроено. Я это показал, две теории провел. Две. Сначала показал Интер, потом Челси Конте показал. На следующей теории ребятам все. Мы беседовали, пригласил футболистов к себе. Сидели, двигали фишки на тренировке, чтобы хоть как-то пазл собрать, хоть небольшой, потому что на срочном эффекте постараться это сделать. Поэтому это большая работа была. Вот. Но я на что обратил внимание, когда я готовил для себя Интер, Интер-Милан, январский матч, 0-3. Uh-huh. Интер выиграл. И внизу написано на итальянском языке, там это была съемка оттуда, и схема написана 3-5-2. Сейчас итальянцы так пишут, 3-5-2. Я тоже всегда говорю, ребят, да нет там этих вариантов, 3-4-3 есть, просто 3-5-2. А вам, кстати, кто показался интереснее, Интер Инзаги или Конте, или Челси Конте? Честно говоря, не те, не те. Если честно. Ну, то есть это была ваша идея, а не навязанная ни игроками, ни... Абсолютно нет. Ни руководством. Наоборот, это моя идея была. Именно глобально. А вы ожидали, что, возможно, это будет для вас последний матч? Нет. Как это произошло? Говорят, что вы даже не попрощались, вы не заезжали на базу? Ну, потому что утром мы пообщались с Гурамычем, в час дня машина стояла уже на Москву. Uh-huh. Я так понял, что я потом уже понял, что Игорь ехал, и надо было освобождать номер в отеле. Наверное, так, что как-то все... Но вас это обижает, что вы ушли по семейным обстоятельствам, к этому еще... Не, обижаться удел на следующий слабых... день, на следующий день уже... Обижаться удел слабых людей. Так что я не обижаюсь. Ну, хорошо, может быть, это не совсем корректно по отношению. Отставку, да, именно объяснили, и как это все произошло? Ну, то, там что официально семейное обстоятельство. Нет, там совокупность, там у меня на самом деле были проблемки... в семье, да, и такие были, могли быть серьезные, но, к счастью, в один день буквально, я не блефую, они разрешились, буквально в субботу я приехал, и они разрешились в хорошую сторону. Ну, слава Богу. Ну, точно же не по семейным обстоятельствам ушли? Ну, получается так, что да, совокупность того-того, но не по семейным, да, ну, что делать? К сожалению, так и объяснение я так, если честно, не до конца не уловил. Ну, какие тезисы были? Ну, результат. Ну, нет результата? Да, ну, опять же, команда на 11 месте, которая была на 16-м, ну, не знаю. Я человек уже прошел в этой жизни так много всего, и несправедливости, на мой взгляд, а, возможно, это справедливо, кто это сейчас определит, никто. Но вы были ошарашены, да? Вы были удивлены? Ну, удивляться я уже отвык. Не, ну как, тренер же тоже чувствует, что отставка близка, либо он прям в шоке. Я не чувствовал, что отставка близка. Я понял, 5 мая, ребят, после Самары зашел, поблагодарил за матч, сказал, что нормальная игра, да, ну, футбол, вещь непредсказуемая, вещь интересная для всех, она по-разному складывается. Вот, спокойно, успокаиваемся, 5 матчей, 2 победы. Минимум нам надо взять. Это все в наших руках, и как бы, да, никаких эмоций, никаких не пихача там никакого, спокойно, или все, давайте, не расстраивайтесь. Значит, что мы расстроены. Ну. То есть, смотри, это произошло на утро после игры с Самарой, а не вечером? Потому что, ну, нет, факел по одной и той же схеме работает. Звонок у меня был поздно вечером. А, прям поздно вечером? Да. Без вас сидели, это решение принимали? Звонок, ну, конечно. Звонок это уже расставание было, или это приди поговорим? Да. Да. Нет, ну, уже все, уже как бы сказали, что вот такая ситуация... А как вы относитесь к версии такой, что для факела это стиль, то, что говорили в понедельник, что это стиль менять тренера по ходу чемпионата, чтобы давать команде, ну как, адреналин? Но... Ну, кстати, может, на фарты его знать. Так же прошлого не сделал. Ну, не знаю. Я имею в виду, да, я просто приводил пример, что может, это, факел да, имеет по три тренера за сезон. Да. И такое ощущение, стиль. Что вот это вот то, о чем вы говорили. Работает, когда да, вы да. приходите, это дает вот этот краткосрочный рывок вперед. Ну, я скажу, жестко очень. Надо же думать о том, что люди человеки, то есть взрослые. Я человек взрослый.
Вы начали тренировать в 92-м году. Ну, да. И мы... Я с первым даже. Даже так. Но и мы сделали такую Федор специальную... Федор Ильханов в Кирике помогал. Вот. Ему. Специальную рубрику для вас. Как раз цех 92. Ну, вспоминаю, что был класс 92 когда-то в Манчестер Юнайтед. А здесь цех 92. И мы решили проверить, помните ли вы коллег по цеху, которые в тот год тренировали известные команды. Помню. Давайте посмотрим. Итак, это ЦСКА. И кто тогда был главным тренером? 92-й год. Угу. По-моему, Копейкин. Но не Федорович точно. Не Федорович. Не Тарханов, да? Не Садырин. Не, Копейкин был. Но на самом деле... Костылев. Геннадий Костылев, да, Барселона. Был. Конечно, Геннадий Костылев, да. Точно, и вот как раз фотография с Еврокубков тогда ЦСКА. Да, 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 да. Теперь пойдем в Европу. И, пожалуйста, кто тогда работал в Милане в 92-м? Легендарное трио. Ну да, молодая команда выиграла Лигу чемпионов. Тогда. С кем? Сейчас скажу точно, Ван Гаал. Все, Капелла. Да. Капелла же был. Капелла, да. Следующий, остаемся в Европе и пойдем в Барселону. Кто тогда взял трофей? Да, Йохан. Да, ну тут легко. Нобель, для тебя подарок, потому что следующий Ювентус. Кто в 92-м был главным? Так, 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 сейчас скажу точно. Вооружение мне, правильно? Трапатони. Липпи. Нет, Трапатони. Трапатони, да, Липпи чуть позже. Липпи позже пришел, 94-й. Это Трапатони? Да, да, да. Просто киношный персонаж. Красиво выглядит. А, следующий у нас Московская Динамо. 92-й год. Я знаю. Какая красивая форма. Сейчас скажу, кто. Это Голодец, по-моему. Ну, не Газаев точно, а Голодец. А вон Киряков. Голодец, по-моему. Голодец. 92-й. Он тренировал в штанах. Адама Соломонович? Он тренировал в штанах спортивных и в галстуке с рубашкой. Ну, смотрите, кто был в 92-м году главный тренер московского Динамо. Валерий Георгиевич. Да ладно. Нет, просто Голодец был шикарный. Сейчас начало матча, желательно забить один. Голодец, вон сидит Голодец. Да, ассистент он. Но когда-то уснул на скамейке. Была и такая история про него. Так, дальше. Нижний. Кто тогда был? Ну, здесь, мне кажется... прям даже видно. Здесь Борман же был. Саня Лепко. Чистый в ворота. Чудин. Вообще, вау, какая банда. Командеха-то страшная была. Командеха вообще супер. Казаков Володя. У него команда интересная. Мухсин Мухамадиев сидит. Мухсин молодой, да. У него команда интересная были. Он на сбор тренировал один футболист, а перед сезоном брал в аренду, и приходили другие совсем. А вот вы тоже его называете Борманом. Почему? Откуда взялась? Ну, тогда его так назвали Борманом. Не помните, откуда? Какой был. Он все, с барсеткой тоже ходил такой. Говорят, что он приносил кучу наличных через спортивные сумки, да, выкладывал перед футболистами, да, открывал, да, и говорил, а деньги там зарыты, там, чужой, идите. Чужой штрафной. Да, в чужой штрафной, я идите. Знаю про него сильную откопайте историю, когда сборы были в Манеже, его Валерий Овчинник уже тоже очень любил, когда футболисты много бегают. И он садился в центре Манежа с сигаретой, начинал курить, и они бегали по кругу. Ну, однажды мне Федорович Трахан рассказывал, Олег Иванович Романцев, однажды в Сокольниках решил в Спартаку сделать кросс. Они бегают, они стоят, там Федорович, кто там помогал, еще не помню. Пьют кофе, курят сигаретки. Романцев курил, Федорович не курил, Романцев курил. Ну, слушай, Сань, как хорошо, говорят. Думать не надо, бегают себе, пьешь кофе. Тут упражнения, там учить играть. Как я так сказал, так и завидую Борману. Я сам ездил на получение промо, ездили по СВ Итховен, 96-й год. 2006 год. И была группа Романцев, Быша, Ярцев, Федотов, Григорьевич, вот, и Борман и так далее. Вот там было с ними весело. Но у меня Борман тогда была такая легенькая история с юмором таким. Мы защищали лицензию А тогда, про еще не было. И все, вся элита там была. Елькявич, Борман, Корешков, ну все. Ну и сидим, это большая аудитория, комиссия там, и Колосков, и Годик там и так далее, все, Варюшин. Комиссия сидит, Никита Павлович Симонян принимает, и все докладывают при всех. Мы все слушаем. Ну, выходит Шелест, он там тренировал «Орел». Да, ну, обычно было. Говорят так, там тренер такой-то, команда такая-то, и фамилия такая-то. И он выходит, и говорит, Шелест, «Орел». И Борба такой сидит, Корешок Корешкова, тогда ты «Сокол». Я знаю, что у вас есть шикарная история про Бердыева и про Старкова. То есть история про Старкова, которую вы разыгрывали с «Черной икрой». Нет, не только... Нет, Бердыев там не был. Нет, это разные истории. Это другая история. Нет, там был... Нет, давайте вспомним, да, про Старкову и Черную игру. Мы учились в вышке, когда учились, мы жили в этом общежитии, буква П, там, П, это бывшая база Василия Сталина, ВВС команды. И вот наш там были все вместе, номера у нас были, все.
Вот, и домой уезжали, когда летом, да, небольшой отпуск, каникулы так называемые. Я человек хлебосольный, из Кавказа, с Грозного, я вез сразу там угощать ребят. Ну, у нас там в Грозном черной икры было полно, браконьерская там всякая там тогда в те годы. Вот, я и выезжая из, на поезд как раз, там заехал там к одним в дом и взял 2 килограмма черной икры в пакетах таких целлофановых. Ну и бросил сумку сразу, буквально на вокзале там рядом. Приезжаю, ну, приглашаю Сашу Таркова и такой был Райбанд Котов, он с Литвы. Прибалтов, в гости. Они знают, что я всегда что-то беру вкусное. Там, мед там и так далее. Ну, и пришли ко мне в гости, чай пьем, я там икру намазывал. Стоит туфли. Я говорю, ну, и Райман говорит, слушай, как у вас там в Грозном жить хорошо? Все есть, все растет и так далее. Я говорю, Райман, слушай, мы в лужу наступаем, там ацетрида, икра сразу. Он, да ладно, смеется. Я посмотрю на мой туфель, и у меня туфель стоит, и там икра засохла так. Видишь, он наступил. Как? Саша-то понял сразу, а тот ничего себе. А там пакет разорвался, и засохло. А как вас назначали «Факел»? Вот когда вот эта смена была, если его на вас. Очень интересно. Да, потому что это тогда явно покажет нам вообще механизм принятия решения. Потому что как расстаются, мы теперь прекрасно понимаем. И как назначается. Потому что Черевченко приехал уже вечером. Вы еще не уехали толком. Я с «Факел» уехал с операционного стола. Так, что случилось? Вот на каталке прям практически ушел. Ничего себе, и что? Я после Ахматова ушел на операцию. Сначала глаз я сделал операцию. Меня под днем операции шли. Угу. Почему-то после Ахматова глаз перестал видеть. Видимо, чтобы ничего, что-то лишнего не видеть. Магомед Адеев напрягся. На самом деле так. Я после матча в Нижнем Новгороде захожу в отель, утром уезжаю в Москву. Смотрю, что-то туманное какое-то зеркало в ванной. Думаю, знаете, позапотело, что ли? Глаз один нормально, второй нифига не видит. Ну, я приехал на ВСМ клинику сюда, вот на Ярославке, быстро операцию сделал, катаракта развилась. И тут вторая операция, решил колено демонтировать. Позвонил звонок от Котова, переговоры. И медсестре, отбой. Ну, я это планово, не планово, так, пока время есть, думаю, сделаю так, колено-то позволяет работать. Угу. Вот. Ну, и вот я прям с больницы и на переговоры. А вот вы так поехали... не сделали после этого? Нет, как вы поехали на переговоры, в этот момент Евсеев уже потерял работу? Ну да. Уже все, он был без работы. Да. Вот в начале нашего разговора сказали о том, что вот есть стиль, и нужны футболисты, да, чтобы стилю соответствовали. При выборе нового клуба, да, вы говорите, что есть предложения, есть варианты. Вы будете этому вниманию уделять, что вы сейчас не пойдете в команду, которая, ну, тоже будет без возможностей больших, финансовых, без футболистов? Сказать сложно. Бывали разные ситуации. Бывали ситуации, когда я в один день получал 2 предложения и выбирал. Mm-hmm. Вот так сидел, чуть ли не монетку бросал. Знаете, вот, мы говорили про Анчелотти, но у Анчелотти правило, что он очень долго выбирает предложение. Считает, что есть у него статус, и он не имеет права пойти в команду, которая ниже уровня, чтобы, ну, свой статус, может быть, случайно уронить. Может быть, вам тоже так же? И ждать именно если не на первый эти предложения, а вот ждать. Если бы уровень обеспеченности Анчелотти, то я бы, наверное, так и сделал. А у нас как бы тренер российский, мы... И не имеем тех возможностей, которые имеют тренеры иностранные. После уезда из «Факела» мне прислали ребята всех, кто был основного состава практически, что да, мы с вами... Благодарим за работу, да? Прогрессировали, мы на самом деле выросли, и звонили другие футболисты, звонили мне, говорили, Брюч, при вас прям кайф вот именно... А можно... Для меня Илья Максимов такой, когда он в «Анжи» играл, говорит, я столько прошел всего, говорит, ну я, говорит, такой кайфа не получал, говорит, и он первый, кто... мне дал посыл на организацию позиционной атаки баскетзоны. Он говорит, тут а что? Я говорю, футбол такой интересный. Я говорю, все построено как баскетболь, на скоках. Я говорю, о, Макс, красавец, ты мне дал... Определение. Вот, да? Вот, да. Это немножко другое было, баскетзона, это немножко другое позиционной атаке. Там просто название оставили, то, что Макс сказал. А так, на самом деле, с баскетболом при позиционной атаке существует на самом деле. Не могу не спросить, потому что, ну, это так на поверхности лежит. Во многих командах, в которых вы работали, огромные нагрузки. Очень много работы со штангой. И футболисты «Факела» тоже жаловались, и в Грозном мы видели большое количество травм. Вот развейте этот миф, или просто расскажите методику. Вы неоднократно только что сказали про методику. На самом деле миф. Во-первых, травм, как мне позвонили мои футболисты бывшие, и Олег, и Женя Калешин, и Илья Максимов, говорят, в чем дело? Столько мы работали с вами, у нас вообще травм не было никогда. Это под стечение, вот звезды упали так. И травмы в основном механические. Ну, я не виноват, что Гаич развернул Лечи, который от него оторвался, когда в взрыве уходил мощно. Он не достал, развернул его и под колено удар.
и кресты летят. Или на Гамбле набрал хорошую форму с Химками, его раз не поймали на бровке, раз поймали на бровке. Или Бериша в колено удар. Он на скорости Шатра? Уходит. Шатра же выдавила, по-моему. Шатра выпрыгивал, попал ямку на этом поле в Воронеже. Рецидив старых крестов. То есть именно то, что было у него раньше. Ну, к сожалению, это футбол. Хорошо, расскажите про методику работы со штангой и горкой. Штанга на сборах, во первом базовом сборе, всего лишь 6 занятий. Рецидив там 60, 90, 100 килограмм. То есть это настолько мизерный вес, да, уровень высочайший. Если там Роналдо пиковой тренировки 24 тонны перемалывает железо за тренировку на все группы мышц, в том числе и штангу. Вот если Роберто Карлос садился 200 с чем-то килограмм на свои лучшие годы и так далее. Или как Дзанетти говорит, я бы убрал тренера по фитнесу из Хаманта, взял бы тренера по атлетизму. Я играл до 40 лет в Серия А. И я делал жим ногами 500. Или я смотрел тренировку Бензима, условно, полуторачасовую индивидуальную видео в реале, в зале. Он выходил, начинался от скакалки, заканчивал силовой работой, и выходил оттуда, так, у него пот, это не знаю, там, мне кажется, полтела унесло воды уже. Вот. Или Рома Павлюченко, играя в Англии, столько железа в жизни не тягал. Потому что, ну, это нам не преподавал Верхошанский. Это великий ученый, который нам еще в советской высшей школе тренировал, я с Курбаном Бекиевичем вместе учился в одной группе. Саша Старков и так далее. Муханова, Володина, Скруба такая хорошая была. Советская еще. 25 человек. Да, весь СССР набиралась раз в два года. Спасибо партии родной за двухгодичный выходной. Так говорил, потому что партия платила стипендию 300 рублей. При цене, при зарплате 130. И нам два года и научный атеизм был, к сожалению, и общество, и история партии была преподавание, и английский. Понял, Курбан на английский. Спойте песню «Битлз». Ну, Курбан... Я говорю, давай, подожди, стой, давай я спою. А вы поете штангу? Какую спеете? Когда говорят «штанга Ташуева», это что за приседание? Скорее, про ноги все сказали. Да, ну я понимаю. Вот ты берешь штангу на это самое, ноги, специальная методика, техника, пояс одевается под контролем, чтобы она стояла четко. Я-то это понимаю. Я говорю, просто люди слушают. И садись, это штанга, условно, вес. Сначала полный присед, 60 килограмм идет. Полный присед со штангой? 60 килограмм. Ну, это по Франции 60 килограмм садится 13 лет уже. Футболист. А если у человека до этого кресты были? Ну, это ясно, что мы все... Если буду сейчас все рассказывать, это будет очень долго. Да. Лекция будет. Я лекции читал высшим тренером. И в том числе и эти лекции читал. И многие тренеры это делают. Есть воспоминания Виталия Гудиева, который играл у вас. «Не будешь приседать со штангой, не будешь играть». Я в шоке. Мне ведь нельзя. Я только после операции. А Ташуев уверяет, если не буду это делать, буду не готов к его нагрузкам. Мол, взрыва в ногах не будет. Я ему прямо говорю... Вратарь. Ну, в том... Ну, да. Не, ну просто вот мы хотим тоже понять ваш подход. То есть вы говорите, вот 60, штанга, приседай. Насколько вы как бы дифференцируете эту нагрузку? То есть ведь действительно есть люди, есть ситуации, когда ну, это не надо, или у кого-то просто мышцы не выдерживают. То есть это действительно может спровоцировать травму человека? Нет, во-первых... Прежде чем это делать, мы проводим анализ. У нас в факеле несколько человек, Калинин, по-моему, кто-то еще, не делали штангу, делали жим ногами. Потому что есть операции, да, есть проблемы и так далее. То есть все это нюансы, которые все учитывают. Я про Виталика первый раз слышал, что ему нельзя было. У него вообще-то вратари, это я всегда отдаю их тренерам по вратарям. И скажу, вот твоя ниша, ты что хочешь, то и делай. Ты мне даешь информацию, надо, не надо и так далее. Это не моя тема абсолютно. Я отношения к ней не имею, потому что я привык, то, что я работаю, вот, я вижу вот передо мной лист футболиста, а там вот где-то в углу, что они там делают, это их проблемы, там есть специалисты у них, вот, их папа. То, что в факеле такая риторика, это самый бедный клуб, да, и, ну, это, собственно, и правда, но просто это довольно часто подчеркивается. Как для вас, насколько это важно? Это такая очень хорошая подушка безопасности, когда вдруг поражение, ну что вы хотели, мы же самый бедный клуб. Это расслабляет футбол или наоборот? Вот расскажите, пожалуйста, как вы это видели, эту ситуацию? Ну, я как раз таки подушку не прочувствовал. Безопасности. Жестковато было, да? Без золотого парашюта ушли. У меня же самый бедный клуб. Вы что, извиняюсь, я на 11 месяце иду. Ну, к сожалению, подушка не заработала, видимо. Ну да, я разговаривал так немножко с юмором. И Кирилл Николаевич говорит, слушай, а чем мы так все время хвастаемся? Бедных-то особенно не любят. Поэтому давайте так говорить, чтобы развивающий клуб. И на самом деле клуб развивается. Там стадион готовится сейчас новый, с Нового года. Где мы там были с командой. И там на самом деле такая аура будет. Он весь закрыт. Единственное, что поле искусственное будет.
Вот, а так будет, конечно, аура такая современная, футбольная, там, такой котел маленький, 10 тысяч раз всего, но котел будет 100%, вы сами знаете, какие болельщики Воронеж. А то, что нет возможности покупать футболистов, там, или базы пока нет. Ну, базы нет у команды премьер-лиги. Да, базы и питания нет, это, конечно, нюансы. Значит, питания нет. Ну, команда, ребята сами кушают, у них негде питаться. Ну, как, нет, когда нет, нет базы, нет, то есть нет столовой, да. Нет столовой. Нет, есть же база тренировочная, есть. Угу. Тренировочная база, а нет жилого фонда. Нет, нет столовой, ничего. Где остаться, переночевать, да? Ну, где, чтобы отдохнуть. Когда двух раз тренировки я делал между паузой на сборной, мы заезжали в отель. То есть это нормально. Угу. Вот, давал возможность заехать в отель на пару дней, чтобы пообедали там и так далее. Ну, заезд перед матчем в отель, понятно. А вот как глобальная база, когда ты приезжаешь, ты, конечно, это немножко пока... Она вроде на реконструкции находится, она тут что-то делает, там наверняка я в курсе. Вот. Но ты не можешь, допустим, индивидуальную работу провести. Вот ты можешь там нападающих взять, или там молодых ребят, или кого-то еще после травмы. Вот как я в других командах делал, приезжаю утром на базу, позавтракай, отдохни и пошел на отдельную работу. Поработали с тобой, там тренер или я, там полчасик, отдохни и вечером на общую тренировку. То есть это такие нюансы, которые позволяют развиваться дальше. Здесь, к сожалению, ну, у вас, смотрите, у вас до «Факела» были шикарные условия в Грозном. Ну, реально, очень хорошая база и хорошая инфраструктура. В Солигорске, мне кажется, вообще тоже хорошая. Идеально было. В Донецке вообще было великолепно. В Донецке супер, в Краснодаре, в Кубани тоже хорошая была база. А вот как тренеру... В Белгороде так немножко. В Белгороде... Ну, это еще до Краснодара. Да. Да? Ну, как вот тренеру перестраиваться? Ну, Белгород, понятно, это было уже давно. А после этого у вас были клубы, где действительно для тренера все условия создаются. А тут Воронеж, футбольный я город с таким... Я работал в 90-е годы Баксанов, там часть команды. Да. Автозапчасть. Автозапчасть, да. Да, легендарная команда. Мы однажды ехали на выезд, тогда была вторая лига. Три зоны было буферных. У нас был центр, где, значит, от Гатчины до юга. То есть Калуга, Гатчина, Петербург, Вологда. Мы на автобусе поехали, выезд в курс Калуга. И под Воронежем на стальный момент говорит, так, проверка. А написано, автозапчасть. Что за запчасти везете? Ну, вот я к чему, правда, Баксан говорю. Вот, у нас была база в детском саду. То есть половина детского сада, половина наша. Мы выходили, с детьми вместе гуляли. Да, вот эти, вот. Дети играются и быстро сидим. Здорово, кроватка двухэтажная. Да, и нас это посыл бы, что с детьми, это рад, каждый день радуешься, смотришь, что дишек. Вот. Ну, второе, другое место, у нас туалет был, где на улице один. Так что я прошел все. Ну, это 90. Ну, скажите, а вот действительно, возвращаясь опять же в Воронеже. Очень простой, я бы сказал, даже дилетантский вопрос. Это черноземье. С полями проблем не должно быть в принципе. Но когда мы говорим про Воронеж, мы говорим поле. Теперь мы говорим, опять же, про новый стадион, который искусственное будет довольно поле, симпатичный. Да. Там искусственное поле. Это тоже как-то не укладывается, ну, вообще. Я тоже вопрос задал, поэтому... Хорошо там в Мурманске бы играли. Я не знаю, там, на северах. Севере, да, на севере. А да. Это черноземье. Это великолепная погода, это великолепные условия для того, чтобы было лучшее поле в стране. При этом это худшее поле в стране, и еще делают искусственный газон. Почему? Я просто задавал это руководителям. Ну, почему искусственное? Ну, так решили. Подешевле ухаживать. Ну, это правильно. Да, подешевле ухаживать, это понятно. Я думаю, что это на самом возможно, деле там где-то сейчас где-то очень где-то... вопрос денег, потому что у меня есть друг, архитектор, который строил один из стадионов к чемпионату мира в России. Он мне сказал честно, что, Ром, за деньги ты можешь вообще в любом регионе иметь офигительное поле. Но просто нужны деньги. Много денег. Для того, чтобы ставить эти тепловые пушки, чтобы были люди, которые следят. Можно в любых условиях, даже в темноте можно вырастить поле. Почему в Лужниках всегда хорошее поле? Тоже деньги есть. Там никто не играет, а деньги... Не, вам не кажется, что вообще это парадоксально звучит? То есть мы говорим про футбол, да, который с мячом играет на футбольном поле, да, и мы говорим о том, что у нас денег нет для поля. Ну, вот в принципе, это как, знаешь, как играть в хоккей, но просто, ну, льда нет. Ну, да, нет, есть такая бюджет, ситуация. У тебя бюджет на это никто не выделит. Нет, Костя, а бюджет что? На поле. Да, еще это раз, это же вопрос да. Поле, вопрос самое главное, что есть в футболе. Нет, ты постелишь искусственный газон, тебе легче его будет причесать, легче... Я понимаю, но для игроков, для тренера, вы же еще не забывайте техническую сторону очень вопроса, очень что много... иногда стадион вообще команде не принадлежит. Это еще один парадокс, да, понятно. И очень много нюансов, но, например, в «Факеле» два футболиста было, сейчас, по-моему, уже их нету, которым нельзя вообще на искусственном поле играть. Вот. То есть, значит, ты уже селекцию проводишь, нужно, а тебе можно играть на поле или нельзя? Да. Вчера разговаривал с Курбаном, мы часто общаемся
по телефону, обсуждаем. Обсуждаем руководителей, не нас, а мы их. У него там тоже руководители такие. Ну да, вот как раз с этой темой вчера затрагивали, беседовали с ним. Ну, кстати, по поводу Курбан Бекич. История, когда он спорил со своим другом или помощником по поводу хоккейного матча. Хотя матч уже... Хотя матч был за записной. Знаете, я открою маленький путь. Курбан, надеюсь, не обидится. Он когда эту маску одевает, что такое-такое, то все, не подходите никто. А на самом деле с великолепным чувством юмора веселый человек, очень такой забавный. Ну, подарите нам историю, чтобы мы понимали, о чем речь. Да, это было тоже в общежитии. Они там, у них была ситуация интересная очень. Год учебы первый мы жили по два человека. Я жил с Володей Сиковым, который тренировался в Риме, в Анталиате. Вот. А Гурбан, Абдулло Муродов с Душанбе и Петро Кушлык с Ивано-Франковска, западной Украины, они втроем жили, сдружились. И когда нам давали уже на следующий год одноместные комнаты, они не согласились, потому что им так нравилось втроем жить. И к ним заходишь, там условно, иногда в гости часто заходили, там у них все собирались. Вот тебе плов, вот тебе фрукты, вот тебе горилка. И кушают чай, плов, и рюмка горилки всегда была, это для Петрова. Вот. Ну и однажды они с Абдулло поспорили на какой-то матч «Спартак-ЦСКА», что ли, и так далее. Вот. И шла трансляция по телевизору, она была в записи. А Абдулло не знал. Я захожу, и только Курбаны как сыграли, там же была информация по радио, я не помню. Тихо, молчи. И там стоит секунда, и там Курбан, ай, блин, кошмар, я проиграю, поспорить на это. Я сижу, молчу, и там Абдулло уже, ну все, и тут бак забивается, и Курбан... Матч был в записи. А он уже знал что-то. Но имитировал там что-то, переживает, как в театре. Расскажите, пожалуйста, ваше знакомство с Сергеем Николаевичем Галицким, потому что говорят, что именно вы привили этот стиль Краснодару. Ну, Сергей, вы здесь же рассказал как раз. Нет, просто понятно, что он вас пригласил на базу. А вы я, наверное, не привил, просто когда мы играли в ФНЛ, Белгород-Краснодар, ну, там интересно было, что в день матча ко мне в гостиницу приезжает Леонидович Хашек. Угу. Заходит ко мне, я говорю, так, ты понял, нас играют, ко мне заходит генеральный Краснодар в день матча. Можно к вам на минутку? Да. Ну, я понимаю, что, ну, вот если что, вот на будущее, по будущему контракту на следующий год, я говорю, видите, у меня игра сейчас, какой контракт. Он, все, я понял, и ушел. Ну, Леонидович такой. Интеллигент. Да. Вот. Потом после сезона, когда мне позвонил Сергей Николаевич, я отказался. Я говорю, у меня в Белгороде там все хорошо, третий год. Задача вот Зимбезвига, наверное. Я еще не знал бюджета, контракт еще не подписан. Продления еще нет, потому что мэр города уехал куда-то отдыхать. И меня Хашев говорил, хотя бы просто прийти на один день. Просто... Познакомиться. Покажу вам что-то как-то. Ну, я уже и так думаю. Нет, я прикипел в Белгород, я там вообще герой национальный. Два года шикарной работы. Мне все нравилось. И губернатор, там все, ажиотаж в футболе. Большой, 12 тысяч болельщиков, все, полный стадион. Ладно, слетаю. Ну, и что, мне кажется, до баз заводит. Увидел все это эти поля, все эти здания. Еще я на что-то обустроенный как под базу, ну, под профессиональную настоящую базу. Но это было настолько все красиво. Потом, когда была встреча с Сергеем Николаевичем в офисе, дважды мы встречались. Мы сначала у него были в офисе, а затем... В итальянском ресторане? Кафе. Ну, нет, не итальянский ресторан, а... У него там офис был. Нет, обыкновенное, вот в том-то и дело, что интересно, это обыкновенное, это какие называют, японские кухонские времена. Суши. Были модные, да. Кикитория. Там студенты сидели, то есть как раз-таки простой куда. Я сам еще удивился, простое место. Мы там с Хашиком сидели, он звонит, а вы где? Мы-то там-то. Сейчас подъеду. Он подъезжает, садится с нами там в этом простом кафе обыкновенном, кикитории. И опять там начинаем стаканы двигать, там туда-сюда, тактика там. Ну и утром Хашик приезжает в отель ко мне. Вот такие условия, мы готовы. Я подписал контракт, и тут в это время заседание правительства идет в Белгородской области по футболу. Ребята стоят, говорят, ну где наш Гусхидинг, у нас задача, мы я тут... Генерал говорит, он подписал Краснодаром, ну тут все... Все, отрубили в Белгороде. Генерал, то есть вы похоронили футбол. Уже непочетный житель. Генерал, как? К сожалению, отрубили голову, если не ошибаюсь. Но вы не пожалели, не жалели об этом?
Белгород, ну, задача была. Как сказал Конфуций, ничего не будет рано или поздно, все происходит вовремя. По поводу отставки с Краснодара. Вы рассказали, как туда зашли, а когда уходили. Вот это любопытно. У меня не было опыта работы с олигархами. Перегибал планку управления командой и клубом. То есть настолько вам было позволено, что вы... Ну, я, обратите внимание, я говорю, наверное, не то, что слово натура, а личностные качества, от себя не уйдешь. Я очень откровенен. И говорю всегда правду. Я не люблю это блефовать, обходить какие-то эти вещи. Я вообще привык жить правильно, я бы сказал так. Поэтому если я говорю, что так, значит, так оно и было. Угу. На самом деле, это уже мой анализ. Тогда я, может, этого не понимал, но это мой анализ дальнейший, который мне помог. Мы должны все время обучаться. А вот потом... Я после Галицкого стал читать по психологии. Специальный, зарубежный, на Алексейской, «Азбука вкуса», мой любимый магазин, там отдел хороший был, сейчас, к сожалению, там... Нет, ну круто, вот теперь у вас этот опыт есть. И вот вы можете поделиться с теми, у кого нет опыта работы с олигархами, вот в чем особенность? Потому что у вас еще Керимов уже был. Конечно, Керимов был. Еще и Керимов был, еще вы работали в Кубани, когда был Макарчан. Донецкий. Да, Донецкий, да, Донецкий. Потом в Кубани. Да, потом в Кубани, да. Вот. Опыт, да, на самом деле нужен. Я тогда работал в бюджетные клубы, там совсем другая психология, да. Абсолютно. Ну, там вы говорите правильно. А тогда мэр города уехал, контракт. Да, я шел тогда так же, Сергей Николаевич, как бюджетнику, типа. Поэтому и Викитория. Это цитата. Сергей Николаевич, бюджетник. И типа, я сказал. Ну, понятно. Там Юра. То есть я как бы, какой, я спрашиваю Хашика, какой бюджет клуба? А у нас нет бюджета. Нет, как нет бюджета? Я понимаю, что бюджета есть. Но если Сергей захочет, будет такой, захочет такой, достать отсюда, будет такой. Uh-huh. Вот как бы так. Для меня это было все новое. Ну, просто когда Сергей Николаевич дал 5 лет контракт, сказал, у вас полный карбланш, можете 100 угодно, кого увольнять, кого не увольнять. Мы будем по жизни доработать. Задачи у нас никакой нету. Вот этот футбол мне нравится. Ставьте пока игру, пока я не построю структуру. Ну, я и начал увольнять. Ну, давайте про Сергея Николаевича. Он же дико увлеченный человек. То есть он всегда очень любит говорить о футболе, может это делать в любое время суток. У вас же тоже наверняка были истории, когда вы с ним, не знаю, ходили на прогулку, или когда вы уже после рабочего дня приезжаете домой, он звонит и говорит, Сергей Николаевич, а вот еще надо обсуждать. Я живу в центре города, да, на Красной, и там не погуляешь, пока доедешь, база далеко. Но то, что я приезжал, он был на тренировке всегда. Рядом со мной стоял, слушал, что я, как я руковожу. И позитивно все было, ему все нравилось, на самом деле. Вот. А потом приезжал домой, где-то человек вечер, потому что далеко от Читука ехать, uh-huh. там по пробкам, доедешь до Красной улицы. Вот, допустим, жена, там, семья, когда ребенок родился, Мария, младшая доченька. Вот. И она говорит, ну, давай что-то перекусишь, что-то. Бак, звонок от Николаевича. И минут 45. Это пол-11 я садился перекусывать чуть-чуть. Вот. Ну, он, да, он в этом плане. Однажды была история такая, когда он говорит, я, когда во сколько тренировка завтра? Ну, там, 6 вечера, условно. Блин, не успею. Я говорю, а что? Да он министр иностранных дел Великобритании собирает бизнесменов в России, там, да, какие-то, какой-то там завтрак. Вот. Я говорю, ну, Николаевич, это же важнее намного, чем тренировка. Ну, да, к сожалению, да. Ну, летел. Я выхожу на поле, а тренировка свой стоит. Успел. Или как прошла беседа, потом расскажу, но ничего не расскажу. Вторая история была, когда он уехал отдыхать на Сардинию, если ошибаюсь, с семьей, на яхте там где-то. Каждый вечер звонит, конечно же, и говорит, я как там, ну, осталось 4 вечерних платья, быстрее бы. Вот, и потом мне один раз звонит, говорит, а чего этот Йорк, там, Петров, Сидоров, Иванов, там, не так сыграли, или, наоборот, хорошо сыграли, я так, вообще не понял. Кто-то постукивает. Откуда вы знаете, что на этот Йорке происходит? А я не знал, там, оказывается, я сюда не понимал, что такое интернет еще до конца. Поставили камеры и снимали онлайн-тренировки, и он на яхте наблюдал за всем. Это хорошо, когда руководитель вникает в структуру. Mm-hmm. Если ему это нравится, он понимает, тогда смотрит на футбол и понимает, видит, что происходит вот за кулисами черновой работы, и что происходит в этой клетке на поле. А если руководитель вам говорит, а вот ставьте этого? Тогда не было такого. Как сейчас, да? Я слышал, что это есть, но я не хотя знаю. Хотя все отрицают. Не имею права говорить, тогда этого не было. Было, как обычно, обсуждение, беседы, там, ну, это нормальное явление. Может быть, там, того мальчика пробовать, там, это поставить. Я говорю, так и так, все, у него вопрос. Там нормально,
Вообще, парень противостоящий идеально был просто. Было, кстати, очень интересно хорошо. Тогда ваше мнение в контексте нынешнего сезона, да, потому что как бы, мнение общественности же разделилось. Ивич не футбол Краснодара, вообще не тот футбол, который хотят там видеть, но шли на первом месте. И его убрали. Вот вы как тренер, который был в этой структуре, знает Сергея Николаевича, как вы ставили вообще другой футбол, не тот, который был у Ивича. Вот как вы эту ситуацию прочувствовали? То есть это же, с другой стороны, для тренера тоже, для тренерского цеха. Получается... Нет, ну, мне нравилось, как работал Ивич. Я как бы сам же сторонник этого больше. Если обратить внимание, до последнего вот этих туров, неудачных, к сожалению, «Факел» шел четвертым по пропущенным мячам. Вот, то есть я тоже для себя потом определил, что... И это было тоже в Краснодаре. Мы выиграли матчи там, 4-2, 3-2, имея огромное преимущество. И Николай все время в одном из матчей убежал в туалет, не выдержал напряжения и ждал концовки, что мы все-таки выиграем. Он говорит, с вами, блин, невозможно. Не соскучишься. И мы понимали, что мы пропускаем контратаки. Имея позиционное большое давление, мы пропускали контратаки. И потом поменяли эту схему 2-3-3-2, придумали ее, чтобы именно предотвращать контратаки и правильно действовать в обороне. 2-3-3-3-2? 2-3-3-2, да. Трансформер такой схема, да? Круглый мяч такой, да. То есть Ивич, мне кажется, шел по правильному пути. Он давал возможность атаковать, и в то же время заставлял команду правильно обороняться. Про Керимова расскажите, потому что про Сергея Николаевича, ну, действительно, мы много историй знаем и довольно часто рассуждаем о том, каким был Краснодар, каким стал Краснодар. А вот Керимов и его вообще история с Анжи, она очень неясная, потому что она была невероятно золотой, да, и очень быстро все закончилось. Но вы были уже в постзвездный период Анжи, когда всех продали, и была новая философия. Такая. Да, и уехали в Каспийск, они в Москве были. Да, уехали в Каспийск. Когда уже была новая философия, да. Анжи и Керимова. Ну, Анжи, это вообще история. Мне много историй интересных, я честно говорю. Да мы слышим, видим. Да. Я попал в Анжи. Я попал в Анжи на высоте 8 тысяч метров. Еще одна операция? Летели? Не, летел я 8 тысяч метров. Летели. Попал в Анжи. Играя в Донецке, мы играем в Таври. Симферополь, но уже стоят границы. Уже нас не пускали в самолет. У нас CD-компания, российская компания была, спонсировала «Металл Донецк». Был свой СРЖ, но уже стоять. Мы на автобусе поехали в Симферополис, выиграли 2-0, Костов работал, болгарин. Возвращаясь обратно, 2 часа ночи приехали, я лег спать на квартире, там недалеко, на Масс-арене жил. 8 утра звонок. Хорошо, телефон был включен. Поднимаю, звонит шеф. Накричан. Да, я думаю так, я попадаю к нему раз в месяц на прием через секретаршу. А это лично сам в 8 утра. За что меня увольняют? Это красиво. Потому что когда шеф звонит в 8 утра сам, значит, что-то не то. Вроде выиграли 2-0. Вроде идем на 6 месте, попадаем, поднял команду в Лиге Европы. Там, благодаря то, что Киев-Шахтер в финале Кубка, составец давал право Лиге Европы. То есть все хорошо, задачи большие стоят у клуба. В течение 3 лет Лигу чемпионов построить стадион Макеевки на 20 тысяч. Ведь это Шахтера, чтобы был свой город, свои болельщики. Одевайся, поехали в аэропорт. Выезжаю в ВИП. В аэропорт шикарный, вот в те годы Донецкий. Я быстро... А что одевать? Одевай пиджак, джинсы и все, и вперед. Ничего не надо брать с собой. Летим в Москву. Москву туда, что? Все, как 8 утра после матча. Ну, приезжаю в аэропорт, охрана, Артушевич, садимся на такой, мягко выражаясь, красивый самолет с кожаными креслами. Мы отдельно в салоне с Артушевичем. Вот, выходит стюардесса 180 сантиметров. Ну, в общем-то, завтрак, клубника. Поднялись на высоту, летим. Говорю, Артушевич, куда летим? Мы уходим в Анжи. Я понял. Кирилли на переговоры. Ну, приехали, переговорили. Я обратно в Днепр улетел, в Днепропетровск сыграл матч с Днепром, Хуанго Рамос тренировал. И оттуда уже улетел совсем уже. И через несколько дней начались события, к сожалению. Вот так я оказался в Анжи. Мы приехали к Сулейману, побеседовали. И он говорит, задача стоит выйти в Премьер-лигу. Состава нет. Белый лист вообще, все ушли. Ну, на просьбу, чтобы сейчас оставить Максиму Илью, Мишу Киржакова. Там, но он оставил условия Премьер-лиги, и они остались. А дальше чистый лист. Я занимался тогда селекцией сам. Из клубов все, ушли все. Офис был на Полянке. Когда объявили, что команда будет в Каспийске базироваться, ушли все. Сразу.
футболисты первый звонок. Ты пойдешь, условно, я помню, хорошо, молодой Трощинский приехал. А он был в команде. Заходит, я в Каспийск не поеду. Меня не будет. Я хорошо вычеркиваю. А то я говорю, да, ребят, я так не смогу, не выдержу. Давайте мне кого-то. Ну, назначили Алика Серхаева и начали потихоньку команду собирать. Вот. А Ванжи был тогда, Джики был? Он приехал на сборы на просмотр и не подошел. Вы как обоскали. Вы как обоскали, разобрались, да? Совсем другая история. Он понравился, он совсем был мальчишка еще. Хорошая левая нога. Задача стоит. Мы обсуждаем, когда футболистов, как бы там сбор Кисловодский, селекционный сделали, потом летели в Австрию. Я говорю, ну как тут? Вот мальчик, он вроде сырой совсем еще. Ну смотрите, у вас так был Джити и был Игнашевич в Самаре. Вы тогда помогали Тарханову. Ну, Сережа, да. Тогда у нас выбора не было. Тогда бюджет после дефолта упал так 98-го года, что там не до жира брали всех подряд, как раз-таки. У вас все равно сомнения были. Коряка, Каянов, Игнашевич, Коуба, Антон Бобер. Ну, все играли. Все заиграли. Они все приехали от Сахини, такие все полупокеры. Игнашевич как появился? И все ребята заиграли. Его привез какой-то агент, грузин какой-то, мужичок такой своеобразный. Тут бедный жил у нас на базе целый месяц, потому что мне надо было где-то кушать. Кто такой, не знаю. Такой Федор Жданова, я не знал. Он говорит, ну возьмите, ну пацан хороший. Ну, там много раз Орехова Зуева. Был на просмотре, смотрели мы его долго очень, Сережа. Ну, упертый, конечно. У вас такая насыщенная карьера, огромное количество клубов. И я понимаю ваше философское отношение. Вы уже сказали по поводу Конфуция, что жалеть ни о чем нельзя. Но есть ли команда, в которой вы потеряли время? Ну, одна команда была такая, это Рязань. Я там проработал 2 месяца всего. Так, и убежал там? Бегом. Что там было такого? Там был строитель какой-то, мужичок, он держал частную команду. До меня работал, к сожалению, нет живых уже, Илья Цымбаларь. Вот. Там были 2 грузина, Гия и Гела. Так. Ну, ясно, что эта команда была создана для того, чтобы что-то там, не знаю, эти грузины получали удовольствие. Понятно, для чего. Удовольствие от футбола. И когда мы приехали на сборы в Бахчисарай, Крым. Какой-то поселок, какая-то общага для рабочих. Ржавый душ и поле там, не знаю, там. А выходит Денис Клюев. Я говорю, Дэн, ну ты играл где там? В Шальке, там где-то в Голландии, в Фейенорде. А теперь вот тут поковыряйся в этой грязи. Вот. Ну я звоню руководителю, говорю, вы знаете, давайте мы вернемся, не знаю, будем тренироваться снова на этом искусственном поле, где нам расписан график. Вторник полполя, пироликово. Там среда 1/3-4 поля наши, часть там для детского сада. Они там гуляют, детишки бегают, что-то подвижные. Тоже смены играют? Да, там вот мы растренировались в полполе наше, полполе мужики. И там нам кричали, пацаны, подайте мяч. Команда первой лиги. Я начал думать, может, ну, бывает. Я, правда, этот график, листик остался на память. Думаю, будут побинать. Для книги, конечно. Что было в карьере. И когда я в Бахчисарай говорю, давайте мы отсюда уедем, невозможно работать там. Там, ну, грязь по колено, такая становишься. Как говорил Петро Кушлык, который учился в ИШТ, Иван Франковский, спрашивали по подготовке, как, вот какие методики, там, Силуянова, там, Верхошанского, того, там, и так далее, там, режимы, там, Лобановского, АБВГД, там, Е, там, и так далее. Он говорит, да, и подготовка. Он съехал в Сочи, по колено грязи поиграл, вот тебе скоро силовая работа. Так и здесь, вот. Я говорю, уезжаем. Он говорит, хорошо, давайте. Ну, и добрал там Гелы, или там Ги, я не помню, там такой здоровый был мужичок. Тут пошел, взял камеру, начал снимать, где травка есть. Вот есть кто-то, в случае травки, он снимет и отправляет туда руководителю. Тот, так, у вас там хорошее поле, оказывается. Какое хорошее? Вы оставайтесь там. Хорошие слои, плохие слои. Я все равно вас прошу. Понял, не дурак. Витя, помогал Корятко, бывший нападающий ЦСКА, сборная СССР. Вот, Витя, приезжаем туда и уезжаем. Оттуда быстро. Ну, приехали, собрание там... владельца, я захожу, говорю, вот эти у вас 2 человека здесь сидят, вашему футболу будет конец, это плохие люди, ну, так сказал, можно междометие поставить, и ушел. А вот еще одна история, до сих пор не могу понять, это правда или шутка была? История с Нантом, когда... Шутка, не шутка.
Шутка? Не, не шутка. Не шутка. Я помню, были новости, и фигурировали, что Нант приглашает Ташуева. Чуть ли не переговоры. Ну, не приглашал. Хорошо. Рассматривает. Да. Переговоры. Вот я долго пытался разобраться тогда. Вообще, как эта история возникла и почему она не случилась? Я тогда был без команды, не помню, где я закончил работу. Вот не помню точно. И у меня друзья были, которые связаны были с французскими агентами. Ага. Вот. И даже мне звонил, говорит, ты не взял бы Макаби Тель-Авив. Спортивный директор Йорди Кроу, ну, сын Кроу, Кроев. А его друг, Жан, он хорошо с ним общался. Отправили в Макаби видео моих матчей Донецкой и Кубани, топ. Когда мы Спартак 3-0 играли, шел Локомотив с Звездой Кубани, Донецк меня обыграл, там Ледонки, Металлист, Звездный Сос и Гомесом, лидером будущего Таланта 3-0. Шахтер 2-2. То есть он увидел философию, да, этого агрессивного футбола такого. И он, говорит, понравилось. Он говорит, язык. Жена у меня преподаватель. Старшая дочь закончила лингвистику. Высшую школу экономики сейчас в Лондоне учится. Английский знает, матча тоже знает, а я нифига нет. Вот. Он язык? Нет. Он говорит, подожди, стоп. А если вот тут еще один вариант, что он же, говорит, этот, агент французский, там, французский, американский. Ну, там, понятно. Такой, с этими колониальными делами. Вот. Ну, там сейчас такая Франция, колония стала, наоборот. И он говорит, Нант. Я сам говорю, да какой нафиг Нант? Что травите, что ли? Да, Нант, они на вылете. Там, ну, они команда первого высшего дивизиона. Да, да, первая лига, да. Первая лига, да. Вот. Они на вылете были. Там работал взрослый тоже, ему уже тогда было 65 лет. Известный тренер очень. Не помню, французский. Говорит, да не, ребят, не надо, давай резюме. Ну, хорошо резюме, давай там видео, давай. Хорошо, отправьте. Спортивный директор Нанта заинтересовался. Так. Вот. Пошла какая-то там возня. Ну, и когда дошло до президента, он говорит, ну, ребят, как мне потом сказали, ну, кто меня поймет во Франции, если тренер из России приедет работать? Никто не поймет. Ну, и тема закрылась. Пришел мой тезка, Сержо Консесао. Красивая история. И он поднял очень сразу, и ушел до сих пор работать в спорту. Но вы считаете, вы могли бы работать? Вот, допустим, я сел в машину, я меломан, я музыку увлекаюсь сильно, у меня в машине там штук 200 дисков разных, меня дочь с Лондона привезла новые, сейчас там интересные. Горилась очень хороший альбом, но великолепный. Ничего себе. Вообще шикарный альбом. Вот новый, вот с Лондона прям буквально. Что, знаешь, пахнет тоже. Вот. И я слушал Гинзбурга. Это джазовый такой оркестр Гинзбурга французский. Я слушал на французской песне и напевал в машине, чтобы сленг какой-то там поймать. Ну, почему надо все... Именно мелочах кроется дьявол. Хорошо, но я к тому, что если бы эта история с Нантом случилась, вы считаете, вам было бы комфортно вообще в другой реальности, да, французский футбол? Да ладно, еще футбол он везде... Почему к нам приезжает, условно, там... Абаскаль? Да, Иван Скальп и так далее. Кто угодно приезжает, они переводчиками работают, ничего, проблем нет. Хорошо, Марсел, он в Беларуси поработал 5 лет, знал русский язык, да. А так, или вот часто работает парень после Абаскаля, там, знает язык. Слишком. А так, в основном-то никто не знает. И так же было, и в Украине работал, Хуан де Рамос, там, другие, там, они тоже переводчиков работали. Значит, тут можно, а там почему-то нельзя. Вы сказали, что вы меломан. А я видел видео, как вы поете. Поете вы шикарно. Да. Любите в караоке ходить? В декабре раз в год мы где-то после в отпуске перед Новым годом с друзьями делаем мальчишник. Идем в ресторан «Жигули» советский, я живая музыка, вокально-инструментальный ансамбль. Шикарно, на Арбате. Да, и потом идем, там вместе мы все болельщики, все официанты. Я там майки дарю там, и так далее. И потом идем где-то спеть, попеть немножко. Попеть. Ваша коробка какая? На английском это «Sinatra My Way». У-у-у. «Sting». Ничего себе. А ну, из Стинга что? А говорите, английский не знаете? Шепенхат. А? Шепенхат? Я в школе хорошо, я читаю, я бегал вообще. Я просто не могу разговаривать. Я вообще нашу музыку не слушаю, у меня машин нет ее. Нет, на русском языке. Угу. Вы джаз больше, да, а любите? А кто еще, кроме Гориллаз? Какой Гориллаз диск попадает? Нет, для меня самый лучший — это Джерми Маквайер. О, офигеть! Я был на Кругу Сити Холлива концерте. Ничего себе. Какой выбор шикарный. Да. Но мы очень надеемся, что вам понравятся наши плохие шутки, которые сегодня мы приготовили специально для вас.
Что это значит плохие? А, сейчас узнаете. Да, лига плохих футбольных шуток. Сегодня Сергей Абузидович против Константина Михайловича. И Кости да загорелись ладно глаза. Да ладно. Просто, давайте попробуем. Фары. Меня интригуете, Мил. Так, начинаем. А, что нужно делать, чтобы понравиться Ташуеву? Я должен отвечать? Угу. Ну, как хотите. Можно промолчать. Можно. Поднимать штангу и не поднимать планку. Почему Нобеля так давно не было в выпусках коммент-шоу? Почему? Проходил реабилитацию после интервью с Лушаковым. Это хорошо, да? Так армянский. В бане. Как обыграть Симака в Mortal Kombat? Симака? Да. Играть против него низким блоком. Что думает Роберт Морено, когда заходит в сучевский бар и видит красивую девушку? Жаль, скоро уезжать? Нет, он надеется, что и здесь ничья. Но... но здесь есть одна история с красивой девушкой. Это Сан-Паоли, тренер сборной... Чили был. Да, да. Чили. Он говорит... Владение? Да. Однажды я сидел в баре с девушкой, говорит, долго с ней флиртовал, купил ей 5 коктейлей. Ну, у них там 5 коктейлей, у нас там другой, а там 5 коктейлей хватает. Вот. И говорит, потом пошел парень, забрал ее, увел в туалет, занимался с ней там любовью. Да то и всю ночь владел ее. Владение еще не самое главное, оказывается. В чем уникальность гостевых матчей команд Сергея Ташуева? Гостевых? Да. Даже если проиграют, свои очки он всегда увозит. Согласен. Что в немецких кинотеатрах показывают вместо титров? Байер. Как называли Сергея Ташуева, когда он был на бровке в головном уборе? По-разному. Мэтр с кепкой. Ясно. Почему Генич считает, что Ким Ин Дже не ошибся? Не разбираюсь. Нет, он любит корейцев. Почему запасные игроки Ахмата уставали не меньше основных во время матча? Потому что им нельзя было сидеть, пока старший стоит. Чем отличие Слуцкого от чемпионата Китая от его работы в чемпионате России? Ну, а что там без раскачки? Как игроки называли предсезонные сборы при Сергее Ташуеве? Главное выжить. Естественный отбор. Почему никто не может прочитать игру Антона Заболотного? Там одни картинки. Почему Сергея Ташуева называют олимпийцем? Потому что принял и передал факел, изрядно с ним набегав. Не только я, да. Почему Тони Кросс хорошо играет в покер? Он знал, что такое отличный пас. Почему Роман Гудсайд хочет обмывать машину? Говорят, это неплохой бизнес. Что общего Юрия Лозы и любого российского футболиста? Проблемы с физикой. Что Сергей Ташуев однажды сказал Арнольду Шварценеггеру? Мне нужна твоя одежда. Да. Что общего болельщика Пари Эден и грустного Клачева? К сожалению, дальше без Барсика. Что общего у бандита из 90-х и Сергея Ташуева? Оба начинали с автозапчастей. Я в «Шахтёре» когда работал, там было кафе такое, элитное кафе, около Белого Скаля офиса. Я там пил по утрам кофе. Я даже захожу, и на столиках стоят такие штучки, и там какая-то картинка. Я думал, что это знакомое, что за картинка. Розовый пиджак, черные очки и моя морда. Приходите на футбол, такого не слышно. И на всех столах. И люди на меня смотрят. Оттуда этот образ пошел. Почему футболисты, которые хотят сбросить вес, переходят в факел? У них нет столовой. Это хорошо. Я все. Это было потрясающе. Должен вам сказать, вот слушали и слушали. Мне кажется, у вас историй... На вот, 5 комментариев, как да, минимум. На целый цикл программ. Ну, хотелось бы немножко о футболе больше говорить, вот, о методиках и так далее. А ну, вы ладно. Приходите к нам вы еще, например, семинар проведете. Во время Евро. У нас будет много кстати, эфиров. Да. И как раз да. мы будем говорить о футболе. Вы смотрите телевизор Матч ТВ? Конечно. Какого эксперта... Вот вам интересно слушать. Эксперта со стороны тренеров или просто... Ну, или ведущих? Нет, со стороны, давайте, тренеров и ведущих.
Ну, сегодня Мор, так достаточно парень грамотный, который так имеет свое мнение. Андрей вообще красавец. Аршавин, то, что видит, то и говорит. Да. Если брать среди специалистов. Хорошо, а кого вы гоните сразу, когда придете на матч? Давай. Вот как вам Сергей Николаевич сказал, можете вы понять любого. Сашу Игоряна. Мне кажется, у вас бы хорошо получилось быть экспертом. Но лучше здесь. Лучше тренер. Но, да. лучше тренер, мне кажется. Я поэтому не хочу приходить на Европу. Лучше будет тренировать, да? Уже тогда мы желаем того, что вы сами себе желаете. Поскорее найти работу, вернуться к трудовой деятельности и разыгрывать эти этюды, и чтобы количество ваших учеников благодарных пополнялось. Спасибо огромное за время. Спасибо вам. Да, спасибо. Удачи вам. Сергей Ташуев был у нас в гостях. Спасибо.